вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Це вас хвилює, а хвилюватись ми з вами сьогодні будемо про те, що є щастя. А вірніше, чому одні щасливі, а інші ні. І розібратись в цьому складному питанні нам допоможе наша постійна гостя, практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 Ольга Алексєєнка. Оленька, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Тема нашей сегодняшней беседы – разговор о счастье. Я заметила, не сговариваясь, мы с вами одеты в одном ключе. Ну, наверное, так мы воспринимаем сегодняшний день – строго, лаконично, но позитивно. Оленька, вы знаете, неспроста возникла вот эта беседа. Что такое счастье? Потому что есть люди счастливые, есть люди несчастливые. Есть люди, которые стремятся к счастью. Есть люди, которые говорят, что счастье – это химера. В известном произведении «Доживем до понедельника» герой написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Что такое счастье с точки зрения психолога? Это состояние души, когда человеку все удается, когда у него все прекрасно, когда он действительно чувствует радость от мгновения, которое он живет на этом свете. Радость от, даже не от прожитого дня, а радость от минуты, которую нынче проживаешь. Да, да, от минуты, вот, которую ты проживаешь. Друзья мои, вы, пожалуйста, обратите внимание, сейчас, кто нас видит, мы с вами, слава Богу, живы, и это уже неплохо. То есть есть повод не только для радости, но даже для счастья. Да, Оленька? Да. Ну, сначала давайте мы попробуем с вами проведем такую работу. Проанализируем, вот, например, прошедший год, как мы удовлетворены своей жизнью. Для этого что нужно сделать? Я вам приготовила листик бумаги. Вы всегда приходите с сюрпризами. И мы попросим, вы рисуете. Так, я буду объяснять нашим телезрителям, да, что рисовать. Значит, что мы делаем? Так, мы рисуем круг. Рисуем круг. Рисуем. Быстренько, телезрители, взяли, пожалуйста, в руки карандашики, фломастеры, что есть под рукой. Опа, нарисовали круг. Я уже нарисовала. Делим этот круг на 8 частей. Делим. Раз. Боже, у меня так криво получается. Ну, пусть меня просят. Раз, два. Опа. Друзья мои, пожалуйста, не сидите просто так. Разделили. Теперь каждую линию, которая у нас получается, делим от 1 до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот. Ну, я так условно, чтобы не терять времени. Господа, пожалуйста, разделите свои жизненные линии. Поверьте мне, так и легче как-то и трудности преодолевать. Линии разделили, уже и меньше трудностей. И каждую линию подписываем. Каждой категории, из которых состоит наша жизнь. Это, например, семья. Семья. Друзья. Здоровье. Хобби. Деньги. Отдых. Личное развитие. И работа и бизнес. Работа, бизнес. А личное развитие это что? Душевное ваше развитие, может, вы что-то достигли за прошедший год или за прошедший месяц. Это будет так называемое своеобразное колесо жизни. Так. И оно покажет, насколько вы удовлетворены жизнью на теперешний момент и что с вами происходит. То есть нужно на каждой этой линии отметить точку, где вы находитесь вот в данный момент. То есть где? От основания или от... От основания. От основания. А, я нахожусь везде. Вот так вот я напишу. Нет, вот так вот напишу. Вот здесь вот. А, и здесь вот. Ну, ладно, не будем акцентировать. Вот так вот. И вот так вот. Вот. И теперь вот так вот. Соединим эти точки. Соединим просто так, да? Да. Раз. 2, 3, 4, 5. Друзья мои, соединяем точки.
Шикарно у меня получился, боже, Оля, каляки-маляки. И теперь давайте покажем, что у нас получилось. Телезрители, если вы не испугаетесь этих каляк-маляк, но поверьте нам, что, видите, вот у меня тут очень даже и... Ну что, нормально. Как говорится, куда-нибудь кривая да выведет, господа, поверьте мне. Хорошо, когда у нас, например... образовался круг. Ну, здесь круг не образовался, да, mm-hmm. здесь какая-то есть шестеренка, mm-hmm. но это не важно, так как мы уже находимся в той точке отсчета, с которой мы начинаем работать. Если, например, у нас там, по каким-то показателям меньше баллов, по другим показателям больше баллов, мы работаем с теми показателями, у которых меньше баллов, что нам не хватает и что происходит. Сюда же входит вот понятие удовлетворенности жизни, ну и понятие счастья, да? Угу. Почему люди, одни люди счастливы, другие несчастливы? Я вам хочу сказать, что по моим кривым линиям можно сказать, что я глубоко несчастный человек. Нет, нет. Но если так вот, по этим калякам. По этим калякам. Так как вы делали очень быстро и показали нашим телезрителям, что и как должно оно делать, а зрители, когда будут, наши телезрители будут это делать, они будут делать это вдумчиво, с расстановками, серьезно, да, обдумывать каждый свой шаг, то у них, конечно, линии получатся намного плавные, может даже и целый круг получиться. Да? Телезрители, смотрите, чтобы все у вас получилось, чтобы круг вообще шикарный был. Хорошо? И, ну, давайте вернемся к вопросу о счастье. Да, да? Вот почему да. одни люди счастливы, другие да, несчастливы? Да. Что происходит у нас? Говорят, что вот все счастливые люди похожи друг на друга, mm-hmm. да? Или все счастливые семьи похожи да, друг да. на друга. И все несчастливы по-своему, mm-hmm. да? Но как бы там ни было, парадоксально, но вот несчастливые люди, они тоже похожи между собой. А почему так происходит? Если мы будем разбирать категории да, несчастливых людей, которые бывают, классификации, да, почему они несчастливы, то мы заметим такое особенное состояние, которое в психологии называется атрибуция. То есть такое страшное слово, да, но это неизвестное. Неизвестное. То есть это с английского слова означает приписывание. То есть мы приписываем людям те качества личности, только основываясь на собственном опыте. Mm-hmm. Что бы ни происходило, мы приписываем те качества другому человеку, основываясь на собственном опыте. Оленька, извините, а можно это сказать, что вот часто бывает судится своей колокольней? Да, да. То есть вот. Это приемлемое? Приемлемое, mm-hmm. да. Теперь что происходит? Но при этом совершаем ошибки. Когда даем описание другого человека, его характеристику. Когда кто-то другой совершает какие-то поступки, то мы оцениваем его личность. А когда мы совершаем поступки какие-то, то мы оцениваем внешние обстоятельства. Ну, давайте на примере разберем. Если куда-то кто-то опаздывает, и мы опаздываем, да, два человека, что мы думаем о другом человеке? То есть, когда он опаздывает, мы говорим... Непунктуальный, опоздал, мог выйти раньше и так далее. А когда мы опаздываем? Ну, маршрутка задержана, маршрутка... машина не пришла, или такси не вовремя и так далее, или самолет задержан, ну, мало ли. Кто вот. На чем ездит вот. И летает. И что происходит? Мы на этом простом примере доказали, что мы, когда характеризуем другого человека, списываем на его личность, личностные качества, а когда характеризуем себя, мы списываем на внешние обстоятельства. Угу. И если разобраться, почему люди несчастливы, что первая здесь категория, люди часто обижаются, то есть обида. Почему так происходит? И обида, получается, как бы и съедает нас изнутри. То есть это гнев, злость, раздражительность. И вот эти все истоки формируются еще в детстве. В детстве? Да. Когда-то нас недолюбили, что-то нам не рассказали. Что-то не показали, не обняли, да, и мы обижаемся на людей. И чем старше мы становимся, тем больше и больше мы обижаемся на окружающих. Есть такое хорошее выражение: на обиженных воду возят. Да. Потому да. что обижаться это ну, бесполезно. Конечно. А, ну, все равно-то люди обижаются, обижаются. Да. И что и выход? Обида съедает.
Съедает, да. Получается, а почему еще мы обижаемся? Потому что у нас завышенные ожидания от других людей. То есть, и когда они не дотягивают до той планки, которую мы, у нас происходит обесценивание личности. И своей? Да. Или обесценивание... Своей. Почему мы несчастливы? Потому что происходит обесценивание своей личности. И какой же выход можно? Можно что сделать? Излить свои чувства на бумаге. То есть, если вы обижаетесь на какого-то человека, он не пригласил вас куда-то, или там что-то произошло, или не подарили вам что-то, или что-то еще, или не заплатили денег. Да. Изливаем свои чувства на бумаге. Открывать ее зубами? Нет. Пишем письмо. Письмо обидчику? Да, обидчику. Но не показываем ему. Письмо обидчику. Помните, Татьяна у Пушкина писала Онегину: «А мы, друзья, будем писать письмо обидчику». И если потом, есть они, конечно, у наших телезрителей. И потом мы с этим письмом делаем все, что угодно, только не показываем. Но мы пишем как «дорогой обидчик», да? Или в любой произвольной форме. Можно высказываться, говорить, писать любыми словами, что у нас тревожит. Можно называть вещи своими именами. Конечно. Это же останется, да, это останется с нами, это останется внутри нас. Но мы сумеем с этой обидой справиться. Вы думаете? Излить. Как-то. Ну да, излить ее. Надо кому-то излить свою обиду. Да. Изливаем ее на бумаге, а бумага, как известно, все стерпит. Потом делаем бумагой, что хотим. Можем жечь, можем разорвать. Можно съесть, кому что как нравится. Дальше, второй момент, почему люди несчастливы, это зависть. Мы многим завидуем. Итак, я прошу прощения, Оленька, чтобы мы все-таки телезрители следили за нашей беседой. Итак, первый элемент нашего несчастья, друзья мои, это обида, если мы обижаемся на кого-то. Так что не обижайтесь на нас. Второй – зависть. Зависть. Многим завидуем. Очень немногие люди завидуют открыто. А обычно мы завидуем на подсознательном уровне. Да вы что? Да. И чтобы вот завидуют те люди, у которых не устраивает своя собственная жизнь. Давайте посмотрим, да, вокруг, что происходит. У того-то есть машина, у того-то нет машины, у кого-то есть деньги, у кого-то есть работа, у кого-то есть хорошая семья, а у меня семьи нету. То есть происходит из-за неудовлетворенности своей жизни мы завидуем другим людям. А какой же выход можно предложить с этой ситуации? Какой? То есть постараться контролировать себя и ловить себя на вопросы. Вот когда мы кому-то завидуем, да, ой, кто-то пошел в красивой шубке, в красивых сапогах или на красивой машине проехал. Стоп, почему я завидую? Что происходит со мной? Как я могу достичь этого? То есть зависть мы можем сделать конструктивной. Это наша цель, чтобы что-то достигать. То есть это как бы для того, что рычаг к успеху, да. К достижению успеха. Я вспомнила такая картинка, она интересная, иногда в интернете смотрю. Получается, что мотивация иногда находит нас самих. Там едет на велосипеде парень, а за ним бежит медведь. Да, точно. Не обязательно мы ищем мотивацию, мотивация может нас найти. Конечно, конечно. Так же и происходит и зависть. То есть останавливаться на вопросах, что и как ловить себя, почему задавать открытые себе вопросы и отвечать на них. Что я могу для этого сделать? И попусту не завидовать другим людям. Ну да, если нет машины у тебя или там нет большого дома, нет самолета, то это еще не повод для уныния, правда? Но нужно еще ценить еще то, что ты имеешь. То есть написать какие-то свои достоинства, что у тебя есть. Опять-таки вы предлагаете нашим телезрителям взять лист бумаги и написать. Именно написать, потому что почему мы всегда говорим «пишите, рисуйте, пишите», потому что происходит активное запоминание. То есть или проговариваете, но лучше, когда мы пишем, то есть наше нервное окончание на пальчиках запоминает то, что мы делаем. Не зря же мы в студенческие годы писали конспекты, да, писали уроки, когда в школах, да, или личные какие-то вели дневнички, то есть мы записывали, мы запоминали, то есть так быстро
быстрее происходит наше активное запоминание. Даже именно когда человек берет в руки ручку и начинает писать, тут ему помогают собственные пальцы. Да. Да? Видите, дорогие телезрители, как важно уметь писать, а еще очень важно излагать свои мысли на бумаге, правда? Теперь третий компонент – вина, чувство вины. Чувство вины. Мы чувствуем постоянно, что… Итак, обида, зависть и вина. Третий компонент – чувство вины. Вообще испытывать чувство вины – это нормально, но ненормально, когда она начинает, вот это чувство вины, проявляться постоянно в нашем поведении. Да? Мы не сможем кому-то отказать. Кажется, что мы всем должны, что мы должны что-то сделать, не можем сказать «нет», угу. И от этого испытываем чувство вины. То есть мы не можем исправить ситуацию и грызем себя. Отсюда появляются болезни, несчастья. Что для этого нужно сделать? Так постараться научиться говорить «нет». Угу. В некоторых ситуациях, мы не во всех можем ситуациях сказать. Ну, конечно, есть разные ситуации. Но постараться говорить «нет», не смогу, постараюсь сделать, получится, не получится. Не брать всю ответственность на себя. Ага, то есть при решении какого-либо вопроса очень часто мы пытаемся решать его самостоятельно. И если мы его не решаем, то тогда у нас остается чувство неудовлетворенности, неудовлетворенности и вины. И поэтому мы чувствуем себя несчастными. Угу. То есть мы начинаем себя угрызать. Угрызать, правильно. И следующий компонент – это страх. Ну, страх, да. Сегодня страх, Оля, вы знаете, мне кажется, он даже выше, чем чувство вины, зависти и обиды. Потому что сегодня как-то в обществе господствует страх. Страх перед завтрашним днем, страх перед неустроенностью, перед потерей чего-то. Именно страх. А мне так кажется. А почему он происходит? Почему мы боимся? Понимаете? Дело в том, что боятся те люди, которые привыкли все контролировать. Угу. Почему происходит? Мы не можем контролировать. Вот мы, например, уходим на работу и вспоминаем, придя на работу, выключили мы утюг или не выключили утюг. Закрыли мы кран с водой или не закрыли мы кран с водой. Газ перекрыли или не перекрыли. А кто его знает, закрыли или не закрыли. Да? Перекрыли или не перекрыли. Мы испытываем... Ну, если закрадывается такая мысль, один человек просто, ну, что будет, то будет. Угу. Что произойдет, то произойдет. Но тот человек, который привык все контролировать, он будет по этому поводу выражать страх. Он будет бояться, что произойдет. Он будет бояться за себя, за свое имущество, за близких людей. Но иногда очень полезно просто отпустить ситуацию. Отпустить ситуацию, то есть... Ну, пожить в неведении, что произошло. Очень многие вещи мы делаем интуитивно. Мы тот же утюг выключаем, просто не думая об этом, потому что привыкли. Да, машинально. Раз, машинально, так, даже да. Не думая, кран закрутить, там, да, все это на подсознательном таком уровне. И получается, что мы же не боги, мы не можем все контролировать. Нет, да. Нет. И поэтому лучше вот пожить в неведении, все как не было, все что не делается, все делается к лучшему. Действительно, все будет хорошо. Да? И поэтому я не зря вас вот попросила нарисовать вот этот рисунок в самом начале нашей передачи. Mm-hmm. То есть здесь мы можем отследить, да? Например, ну, если взять этот рисунок, mm-hmm. да, здесь у нас, если возьмем семья, у нас 8 баллов, да. Что получается? А здесь, например, хобби 7 баллов угу. там, или да, 6 да, баллов. Да. Да? И у нас такая вот вроде бы правильный кружочек, да, угу. все гармонично, но где-то уходит какая-то получается шестеренка или какие-то уголки угу. острые. То есть нету полного круга. Полного круга. Угу. И ничего страшного. Ну, то конечно, есть, ничего страшного. Мы или сейчас в данный момент счастливы именно в семье, угу. а чуть-чуть несчастливы там в хобби, если утрированно так говорить. Ну да, если утрированно. И чем-то жертвуем. Вот, например, своим хобби.
или своей карьерой, или своим отдыхом, но отдаем предпочтение чему-то другому. То есть в нашей жизни все взаимосвязано, все циклично. То есть одно цепляется за другое. Но вообще же жизнь – это жертвенность, и ты, если достигаешь успеха в одной области, то ты жертвуешь чем-то другим. Да. А нужно остановиться или посмотреть, а стоят ли эти жертвы и стоит ли то, что вы достигли, и будете ли вы действительно счастливы в том, что вы достигнете. Вы знаете, Оля, дело в том, что я думаю, что телезрители согласятся и вспомнят такие ситуации, когда для достижения цели мы бросаем все, и здоровье, и время, и жертвуем, ну, всем. А достигнув этой цели, вдруг выясняется, что и не стоило-то ее достигать. Она не удовлетворяет нас, и мы несчастливы. Потому что чем мы пожертвовали? Мы пожертвовали семьей, мы пожертвовали здоровьем. Да, мы достигли, мы, ну, заработали, например, много денег. И что потом? А куда эти деньги пойдут? Ну, сидеть, как собака на сене на этих деньгах. Да, и поэтому вот так происходит. Почему люди несчастливы? Потому что они обижаются, завидуют, испытывают страх, что они этот потеряют, и испытывают чувство вины. Оленька, вы знаете, сегодня, я думаю, что вы согласитесь с тем, что время очень непростое, время сложное для всех. Одинаково как для богатых, так и для бедных. Потому что богатые озабочены, как свое богатство сохранить, бедные озабочены, как богатство нажить или вообще как прожить. Ну, в общем, все, можно сказать, что все как-то не устроены сегодня. И, может быть, вот эта неустроенность общества, она и влияет на каждую личность отдельно? Как вы думаете, вот как психолог? Безусловно, социальное окружение, вот неустроенность общества, конечно, оно влияет на каждую личность отдельно. Но при этом личности, которые находятся отдельно, да, которые, вот если общество взять, это у нас как бы макрокосмос. А личность – это микрокосмос. То есть вокруг нас, вокруг личности тоже вертятся какие-то, кружатся какие-то планетки, то есть другие люди. И когда мы начнем изменяться и быть счастливыми, и радоваться каждому мгновению, что мы живем здесь, начнет меняться пространство вокруг. И сначала оно начнет меняться чуть-чуть, вот рядышком, а потом эти счастливые волны будут захлестывать. Ничего не дается просто так, да? Говорится, что известно, что психология вышла из философии, да, истоки, а философия там и из религии, из былин, из эпосов разных. Ну почему-то же это эти учения перетекают одно из другого, потому что человечеству они помогают найти себя. Найти себя. И как бы нам ни тяжело было, то есть нам остается ровно столько, чтобы мы могли с этим справиться. То есть нам жизнь дает ровно столько, чтобы мы могли с этим справиться. И чем мы больше дрожим над чем-то, то мы больше и теряем. Мы говорили с вами о страхе, то есть стараться изживать вот этот вот страх перед потерей чего-то. Да. Что бы ни произошло, не надо забывать, что мы многие вещи делаем просто на автомате, да? И поэтому нужно... Ну, потеряли мы что-то, но вернется нам что-то с другой стороны. Мы не всегда видим подсказки жизни, которые у нас происходят. Мы что-то теряем, но вместе с тем что-то находим. Ну, то есть это жизнь, это закон сообщающихся сосудов. Да. Где не может быть где-то много, где-то мало. Оно постоянно уравновешивается. Может быть, мы не хотим той в области, чтобы нас уравновешивали, но это наши неоправданные ожидания. Угу. Да, главное, что все-таки умение обуздывать свои желания и свои страсти – это тоже одна из ступеней к счастью, да, Оленька? Да. Оленька, наш эфир, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Друзья мои, но я думаю, что эти полезные советы, которые говорила сегодня наша гостья, психолог Ольга Алексеенко, они помогут вам обрести счастье, потому что счастье, поверьте, оно рядом и от нас с вами зависит, будем мы счастливы или нет. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Не хвилюйтесь, все будет доброе. На все добре.